1 августа, что называется, дедлайн для сотен тысяч молодых перспективных абитуриентов. Иначе, как большим экзаменом, начало тестовых испытаний и не назовешь. Отметим, что в этом году они пройдут по полностью обновленному порядку. Тесты будут проходить для дневного, специально заочного и вечернего вида высшего образования с 1 по 15 августа в две смены. Первая смена начинается в 8:00, вторая – 15:00. Абитуриент должен попасть на место проведения экзамена ровно за час до его начала. Претенденты будут пропускаться по абитуриентским разрешениям и при наличии паспорта через средства идентификации, систему видеофиксации. Вопросов в этот раз по каждому предмету не 36, как раньше, а 30. Всего на их решение отводится 3 часа. Во всех местах проведения тестов установлены онлайн-табло. Родители могут беспрепятственно наблюдать за своим чадом и вообще за тем, что происходит в павильоне. Отметим, что все видеоматериалы будут сохранены в специальных базах памяти. И еще одно удобство для тех, кто более всего переживает, для родителей. За сдачей тестов можно будет также наблюдать в сети интернет на сайте тест2018.уз или по телевидению на канале ДТМ. И не будет отныне долгих ожиданий итогов. Они будут опубликованы на сайте www.dtm.uz на следующий день после сдачи экзаменов. Удачи всем!